Добраться из Ульяновска в столицу Приволжского федерального округа Нижний Новгород на самолете еще недавно было достаточно проблематично. В 2017 году авиарейсы были прекращены, однако уже после Нового года в рамках реализации программы пассажирских перевозок авиаперелеты были вновь восстановлены. Время полета составляет всего 1 час и 15 минут. Это одно из главных удобств рейса. Очень удобен. Аэротакси, я один залетел, очень хорошо, здорово. Спасибо. Рейсы совершаются на воздушных судах типа L410, которые могут вместить до 19 человек. Цена за билет составляет около 3000 рублей. Рейсы совершаются 3 раза в неделю, каждый вторник, четверг и воскресенье. Это говорит о том, что растет пассажиропоток из Ульяновска, спрос на регион повышается, спрос на авиаперевозки повышается. Я думаю, в связи с этим, поэтому и Аэрофлот, и Победа заинтересовались нашим регионом и готовы сюда прийти. И при увеличении частоты рейсов, при увеличении количества аэропортов московских, то есть если сейчас будет Шереметьево подвязан, конечно, пассажиропоток вырастет. В этом году аэропорт нацелен побить свой собственный рекорд по пассажиропотоку до 300 тысяч человек. А пока различные авиакомпании запрашивают у аэропорта летнее расписание и согласовывают рейсы. Планируется, что как минимум 3 авиакомпании будут производить международные рейсы из Ульяновска в Анталию. Кристина Жакот, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.